Армении. Да. Не знаю, Арарат это и считается? Нет, не Арарат, да. Столица Англии. Англии? О, по столицам нормально пошло. Англия. Англия, не врубаешься, да? Нет. Фак. Привет, меня зовут Жека. 5 вопросов, отвечаешь правильно, получаешь 1000 рублей. Не подсказываешь там. Столицы стран мира. Столица Армении. Ого. Армении? Да. Не знаю, Арарат это и считается? Нет, не Арарат, да. Армян, друзей, видать, нет у тебя, да? Ну, не знаю. Армении. Армяне, не вешайте нос, как говорится. Нет, вообще вариантов даже. Да? Е. А, сейчас. Столица у них на Е. Ереван. Столица Китая. Гонконг? Гонконг? Нет. Да? Нет. Подумай. Ладно, а если столица Китая? Шанхай. Согласна с этим? Я не помню. Олимпиада? Да, вот Олимпиада была в Китае. Какая Олимпиада? На слуху должно вертеться вертулька. Сосулька. Сейчас скажу. Подожди, не, я знаю только Гонконг, наверное, из китайских. Гонконг. Я так не выговорю. А, да? Не получится. Окей. Честно, не знаю. Ну, на П. Пекин. Красавчик. Пекин. Сука такая, а? Алло. Корова ты бородатая, я тебя уже... Ой, давай внизу, я стою, выходи уже наконец. Сейчас я буду собираться. Да я не спал до 5 утра, блин. Писал эти посты, блин. Мне же надо вести этот Инстаграм, этот Фейсбук. Фотки эти всю ночь искал в Инстаграм. Да тебе делать нечего, блин, с этими постами со своими. Потому что реклама у меня идет только оттуда, социальные сети. Инста дает бабосики. И Фейсбук, и группа ВКонтакте тоже там идет оттуда выхлоп. Ты Вася! Кто будет делать это? Тетя Мотя будет делать, дядя Петя, блядь. Поэтому я вам вчера, блядь, сразу на 3 дня вперед писал всю эту хрень. Ой, лошара ты, конечно. За тебя все давным-давно уже придумали, блин. Есть ребята, distat.ru. Они делают все за тебя. И что они делают? Ведут полностью твои социальные сети. Ты просто отдаешь им свои инстаграмы, эти фейсбуки и контакты. И они сами все делают, кайло машут, пишут тебе. Так они, наверное, бабочек берут, блядь, невероятное количество. Да по бабочкам нормально, брат, ты же знаешь блогера, негодяй ТВ, ёкарный бабай. Давай, лошара, все, выходи на улицу, уже 30 минут тебя жду, блядь, наколачиваю тебе. Давай. Давай. Зачем себя мучить? Есть какой-то бизнес у тебя, и есть люди, специалисты, которые будут грамотно продвигать и все писать тебе в твоих социальных сетях. distat.ru. В описании есть ссылка. Промокод негодяй ТВ, получишь 15% скидку. Ждешь этого козла по 40 минут. Столица Израиля. Да? Мимо. Мимо столицы Израиля. Ну, что-то география, видимо, не моя. Ну, не знаю тоже. Я не знаю. Столица Израиля, ребята. У меня два погибли. Израиль. Что такое Израиль? Израиль, с кем ассоциация у тебя? С платной медициной. Еще есть варианты? Ну, война еще там. Я не вспомню. Даже если я когда-то это помнил, сейчас я этого не вспомню. Так, а если мы вернемся 2019 лет тому назад, то что было в Израиле? Иисус родился. Где? Иисус, и у нас сразу же вертится, откуда он, а он из
И Иерусалим. Да. Столица Англии. Англия. О, по столицам нормально пошло. Англия. Англия, не врубаешься, да? Нет. Фак. Лондон. Ты грамотный человек. Если столица Италии. Италии? Да. Вообще на географии. Столицу Италии не знаешь. Столица Канады. Оттава. Молодец, молодец. Можешь подержать эту камеру вот так? Все. Да. Давай. Ну скажи, что хочешь сказать, Вопрос по школе, да, правильно. Первый раз в жизни ко мне блогер подошел. Причем такой популярный достаточно. Ты уже пробил меня, что ли? Да. Красавчик. Скажи, пускай они подписываются на этот канал, если им охота. А если не охота, да, пускай нафиг не подписываются, так им, да, скажи. Да, нафиг не подписывайся, не охота, если охота на 148. Что, ну, да, можно и подписаться. Почему бы и нет? Да. И скажи им, что я в Инстаграме делаю прямые эфиры, где также разыгрываю бабки. А то они мне не верят, понимаешь. В Инстаграме правда делаются прямые эфиры и разыгрываются деньги. Ты уверен в этом? Может, я обманул тебя? Ну, я сейчас верю, я верю. А он верит, и правильно делал. Все, давай, йоу. Столица Лондона. Не знаю. Лондон, как бы, это не страна. Я вижу, ты шаришь. Столица Грузии. Я бы сказал, что не знаю. Столица Грузии? Я по географии не силен. Столица Грузии. До новых встреч, кис-пис. Глаз-гнездо, да, глаз-гнездо, это моя фишка. Запомнили? Глаз-гнездо, е. Yeah.